Чё стоим? Да тише ты. Приготовили оружие. Мишаня, они же убьют тебя, Миша. Да кишка тонка до меня дотянуться. Ты прости меня, солнце мое, что снова у нас с тобой встреча нормально не вышла. Миша! Миша! Сдайся, я умоляю тебя. Сдайся. Я люблю тебя. Даю тебе! Я тебя... 10 секунд, чтобы... Что ж ты медлишь, Миша? Ты разве не слышала? Нашего друга, у нас еще 10 секунд. Мишенька, сдайся. Миша. Повторяю, в противном случае ты будешь уничтожен. Начинайте, товарищ Магнов. Вы бы не ходили, товарищ старший лейтенант. Дело для вас новое, по-разному может обернуться. Действуй. Напоминаю, мы имеем дело с особо опасным преступником. Так что цацкаться с ним не стоит. Двое. К запасному выходу. Колян. Василий, Родион со мной. Двое здесь. Вперед. Есть. Да, держи. А что здесь творится, товарищ? Да сам не пойму. Какой-то цирк с конями. Нет никого. Где он? Кто? Матвеев где? Нет, его здесь. Куда он делся? Куда он делся, я спрашиваю. Отвечать. Отвечать! Где он? Да не знаю я ничего! С огнем играешь, девушка. Смотри, обожжешься. Обыскать весь этаж! Есть! Все, Мишка, закончились твои эти гонки с препятствиями. Так, значит, решил? А я думал, Левка, в тебе хоть капелюшка совести, где-то еще плещется. Ну да бог с ним. Ну чё? Чё? Пакуйте, гражданин начальник. Так а не буду я тебя паковать, Мишка. А чё так? А бедовый ты парень. А-а-а. Сам в пропасть скатился, и Любку за собой тащишь. Пора с этим кончать. Смелый стал, Левка. Страшного суда не боишься? А нет его, Мишка. Там теперь другие люди сидят. Мишка! Стоять! Ефимов, да. Барышню забирай! На Петровку ее вези! Остальные за мной! Ну и фокусник ты, Матвей, а? Нашел время гулянки закатывать! Ты что тут потерял? Пошел посмотреть, как ты роль исполнишь! Видишь, что тебя сыграть пришлось! Сыграл. Прощай, что ли, Левка? Извини, если что не так. Ну что, дернули? Или подождем, пока сюда вся легавка сбежится? Твоя, смотрите, это дом. Литвинов, а? За мной. Есть. Черт. Пульс есть?
Не пойму, есть, нет? Медиков найди. Остальные за мной, что стали? Быстрее! Все, пошли! Сюда! Читай двоих! Есть! Подороте проверьте! Быстрее! Обжаем! Обложили. Назад. На этой арке посмотри! Сейчас ему! Сюда! Ну быстрее! Вон они! Стоять! Стоять, я сказал! Ай! Стоять, шаболды! Ушли вроде. Ты как идти сможешь, а? Брось меня, Матвей. Двоих заломают, один иди. Ага, сейчас. Размечтался. На рану зажми. Тихо. Да куда же они делись-то? Откуда я знаю? Так ищи! Василий, ты медика вызвал? Вызвал, едут. Товарищ Микунов, кажется, мы их подранили. Попались, голубчики. Ну все, туда. Туда! Раиса Васильевна. Ну? Муж ваш. Что? В больницу в Сокольники везут. При смерти он. О, Господи. Лёшка. Сейчас. Вы, товарищ Барцев, утверждаете, что ничего про преступную деятельность Михаила Матвеева не знаете. Да. И вообще год его не видели, не слышали. И где он сейчас, куда податься мог, тоже не знаете. Совершенно верно. Так. Женщина! Женщина, вы куда? Женщина, вы что? Пустите меня, да вы что творите-то? Там же операция. Я понимаю, что муж, вы его погубить решили? Разве можно доктору мешать? Христом Богом прошу, помогите ему. Женщина, успокойтесь. Там Забелин, он очень хороший врач. Он у нас вроде как первый. Все, что сможет, сделает. У меня никого, кроме него, нет. Успокойтесь. Пропавший человек, мошенник, заключенный, вас обманывал. Что вас заставило на свидание пойти? Год же прошел. Не так много, конечно, но с другой стороны, вполне достаточно, чтобы… Я думаю, это к делу не относится. Смелая вы, Люба. Не по времени смелая. Даже не знаю, что с вами делать-то. Порохов? Анатолий Глебович, Мигунов говорит. Значит так, мне удалось выследить Матвеева. Он привел меня на Эхмалину. Время лучше не терять. Угол Покровки и Девяткина. Поторопитесь. Понял. Мишку нашли. Идите вы домой, Люба. И мой вам совет. Забудьте вы про своего Мишку. Вам же лучше будет. Это что? Держи. Фронька, окаянный. Что с ним? Две пули схватил, когда от легавых уходили. А ты почему такой чистенький? С райка спектакль наблюдал. Ты на Матвея не гони, он все как надо сделал. Что? И мусора пригмотил. Чего молчишь? Две пули ровно в цель легли, я сам видел. Я бы еще одну от себя до времени нема. Да еще меня у легавки из-под носа увел. На закорках вытащил.
Хорошо, ежели так. Так. Пронька! Так. Пронька! Проня. Хороший вор был. Ну, да так тому и быть. Перекуси хоть после дела. Водки выпей. Давай. Давай. Отец, пацаны! Всем сидеть! Добрый вечер, господа хорошие. Простите, ежели помешал вам чаи гонять. Всем к стене! Быстро! Вперед! Тихо! Да хорош ты! Чтоб тебе смерть, человечек! Запомнил мысль. Давай! Хорош! Забирай! Кому ты сказал? Быстро же вы подъехали, Анатолий Глебович. В этом деле зевать не стоит. Ты мне лучше вот что скажи. Кто нашего грачика пулей угостил? Матвеев? Или дружок его покойный? Да почем мне знать, Анатолий Глебович? Следствие разберется. Ага, разберется. А у меня вот еще какая штука не срастается. Лев Ефремович, а как так получилось, что вы вроде как стояли лицом к лицу, а врачи говорят, что обе пули в спину вошли? Ну и что? Да что ж, ваши врачи ошибаться не могут. Покажите мне того врача, который так сказал. Рая, я его в 5 минут переиначе заставлю. Рая, успокойся. Простите. Ничего. Да, я от Матвеева на секунду отвернулся. Ну, поглядеть, куда наши бойцы запропастились. Ага. Вот он, наверное, и сноровился пистолет выхватить и пули в меня пустить. Ну да. Эка, вы неосторожны. Ну, спасибо вам за сотрудничество. Не за что. Да. Еще один вопрос. Вы что-нибудь можете рассказать про Любовь Барцеву? Не понимаю. Что с нее спрашивать? Ну, вроде как соучастница. Оставьте Барцеву. Не повезло девчонке. В подонка влюбилась. Ну да. За это наказание еще не предусмотрено. Выздоравливайте. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Что это вы тут, гражданочка, забыли? Мне Мишку нужно увидеть. Мишку вам надо увидеть. Ну, точнее, гражданина Матвеева. Меня к нему не пускают, говорят, что нужно разрешение. Я же говорил вам, забудьте вы про своего Мишку. И как можно поскорее. Ничего хорошего в вашему Мишке не светит. Анатолий Глебович, я понимаю, Мишку посадят. Но я все равно буду его ждать столько, сколько нужно. Вы знаете, ждать-то его, может, и не придется. С того света особенно никто не возвращается. В смысле, с того света? У вашего Мишки покушение на офицера при исполнении. За это его и под расстрел могут подсунуть. Так что, Люба, послушайте моего совета. Я должна его увидеть. Помогите мне. Я вас умоляю. Заходим. У вас есть 5 минут, не задерживаемся.
Ты бы на меня свое время не тратила. По ихнему получается, что грачу ли я чуть на тот свет не отправил. За это расстрел полагается. Но ты ведь не стрелял в грача. Миш, ты же не стрелял в грача. Миш, ну не стрелял же. Ну не стрелял же. Ну кому тут мое слово надобно? Грач, видимо, на меня указал. Ну и ладно, значит, я. Нет. Миш, ты им скажи, ну что это не ты, Миш, ты скажи. Не надо. Я сама скажу. Я сама с ним поговорю. Что ж он творит-то? Не вздумай. Еще не хватало перед этой крысой на задних лапах стоять. Обещай мне. Нет. Люб, пообещай мне, а? Мужичье, все от мальчишек без ума. Буду стараться для тебя. Ну, отдыхай. Спи, спи, мой родной. Раечка, Раечка, милая, я умоляю, помоги мне. Так, тихо, тихо, успокойся. Скажи толком, что случилось. Грачушка, скажи-ка ты мне такую штуку.
правда это или нет, что ты на своего товарища бывшего напраслину возвел. И не стрелял он в тебя вовсе. Тебе что это так интересно вдруг стало? А вот интересно и все. Покумекала я тут, пока ты спал. Не срастается у меня история-то. Как бы она нам с тобой боком не вышла. Ничего нам боком не выйдет. Да? Да. Было. Тихо, тихо, тихо. А ты что от меня услышать хочешь? Правду, радость моя. Как оно было-то? Хороший же парень, Матвеев. Хороший парень? Хороший. Оступился чуток. Знаешь, я вот с детства как Матвеева помню. Все в печени у меня сидит. Там Матвеев, тут. И это у него получается то. А я рядом с ним словно чернота из-под ногтей. Ну, ты по делу-то скажи. По делу? Да. Да. Не стрелял в меня Матвеев. Ну, не стрелял. Может, даже и не собирался, а подельник его выстрелил, да. Оговорил я его, а знаешь почему? Да потому что нет. Мне жизни при Матвееве, понимаешь? Нет. И не будет. Даже когда я здесь, в форме и при погонах, а он там булыжники по 15 часов в сутки ворочает. Нет мне жизни, понимаешь? Тихо. Рая, нет, тихо. И не будет. Тихо. Тихо, родной. Тихо, успокойся. Успокойся, тебе нервничать-то нельзя. Ну? Ну? Ложись. Ложись, радость моя. Ложись. Со следователем Комаровым соедините, пожалуйста. Товарищ Комаров, старший следователь Михалёва говорит. Я по делу Матвеева Михаила. Да, осужденного прострелили. Значит так. В деле вскрылись новые обстоятельства. Так, быстро! Вытянули в цепь! Пехоте по одному! Давай! Вниз! По одному! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, давай! Я поворачивайся! По одному! Давай! Быстрее! Живи! Давай, давай, двигай! Руки за голову! Здравия желаю, товарищ комфор! Здорово! Вот. Пожалуйста. Вот так. Папочка, миленький мой, спасибо, что приехал. Я не знаю, что с ним делать. Он пьет по-черному, ругается. Папа, он даже замахнулся на меня. Где он? Он там. Восседает, что твой царь. Все про своего дружка Матвеева твердит. Обижается на меня, что я его из-под расстрела вывела. Здесь останься. Папа, папа, я прошу, только ты помягче там, пап. О, батяня, собственная персона. За что? Я так понимаю, голубь сизый, ты забыл, из какого говна тебя моя дочка вытащила? Я так понимаю, опять в него по уши нырнуть хочешь? Василий Семенович, вы что делаете? Ах ты, паскуда! Ты решил на нее руку поднять? Да я тебя за минуту сгною! Так дело молодое, чего молодых не бывает? Слушай сюда, молодой, запоминай. Еще раз такое повторится, вслед за своим дружком отправишься.
Он у тебя сколько, десяточку наматывает? Так я тебе обещаю поболее накинуть. Четверточок, например. Понял? Понял. Встать! Понял, товарищ комком. Дочку благодари. Если б не она, долбил бы ты у меня золотишко. Предупредила. Да. А? Я же телеграмму Доченька отправляла. Видать, не дошло. Да не дошла, не дошла. Ой, Черныш, привет. А чего это ты? У нас же тут ни работы, нет никакой хорошей, ничего. Мы сами с отцом собирались тебя уже проведать. Да. А я вас опередила. Ну и правильно сделала. Пойдем в дом. Мамочка. Да. Ну, как вы тут с папой-то? Да что мы с папой? Живем себе помаленьку. Да. Да. Вот так. Ой, а похудела-то как? Да, удивила, дочка, удивила. Прости, пап, такая уж я у вас нескладная. Может, ты скажешь, наконец, что там у тебя случилось, раз ты к нам домой пожаловала? Да не нравится мне в этой Москве. Там все как-то не по-нашему. Господи, ты что ж, на сносях, что ли? Да нет, пап, мам, не беспокойтесь. Ну, а что ж тогда? Ты ж сама знаешь, куда приехала. Тут на 100 верст. Мужика нормального не найти, одно старичье. Угу. А у меня есть жених. Замечательный. И другого мне не надо. А что же он познакомиться-то не пришел, раз он такой замечательный? Это Мишка Матвеев. Наш сосед. Миша? И когда же мы увидим нашего Мишу? Если все будет хорошо, то лет через 8. Так это что получается, что он… Да, папа. Он сидит. А мы вот так. Здравствуй, мой Мишенька. Я вернулась в Максимовку. Родители меня поняли и приняли. Папа обещал в колхоз устроить фельдшером. Заходила тут к твоей маме и сестренке. У них все ничего. Мать огород ведет, сестренка у папы дояркой трудится. Погоди, погоди, погоди. Тартуга, а где он свою бабу оставил? Ну, мисс Арабелла Бишоп осталась на Барбадосе со своим отцом. Че ты вообще не въехал? Он что, и на прощение, и фитиля не вставил? Да погодь ты, Михась. Дай сеансу набраться. Продолжай, Иван Иванович. Вообще-то я Александр Александрович. Брось. Все вы тут, Иван Иванович. Да. Сестренка у папы дояркой трудится. Привет от тебя передала. Они о тебе спрашивали, привет тебе передавали. Радовались получить весточку. Беспокоятся о тебе. Пиши почаще. Твоя Люба. Хватит мямлить. Да. Так вот, Арабелла – это корабль капитана… Громче читай! Тогда он решил, что он… Да заткнись ты уже! Фуфло ты толкаешь, Иван Иванович. Ну кто ж так романы тискает? От твоих рассказов одни непонятки да тоска. Простите. Иди к Параше, там теперь твое место будет. Опа! Иди, иди. Чего встал? Ну что с тобой поделаешь, а? Черт! Окаянный! Поначалу бы расплатиться не помешало. А там, глядишь, другим разом и к тебе фарт заглянет. О, Иван Иванович! Что? Ты, иди сюда. Я? Да. Побыстрей. Ну давай. Скоренько.
Вот. Ты же вроде как романист новый у Коваля. Че, взаправду? Ну да. Коваль! Коваль! Это что, твой романист? Да фуфлагон он, а не романист. Вот. Вот! Фуфель, расстегни. Зачем это? Давай, давай, расстегивай. Сейчас. Вот. Вот. Вот это. И еще две партии мне реванш. Одной из тебя хватит. Снимай. Извините, не могу. Это о моей жене последняя память. Ты глянь, какой строптивец попался. Тебе что, падла? Глаза надоели, да? Смотри аккуратно. Вишню попорти. Снимай. Извините, не могу. Снимай! Железяку спрячь. Сгинь. Видал? Самому шмотка понравилась. Снимай! Ты что, сука, делаешь? Тихо. Ты ешь тебя сейчас! Остынь, Яшенька. Вы что творите в натуре, а? Ты чё, пока по Москве гулял, на юриста выучился? Пока я здесь, Матла, его не трогать. А ты чё, знаешь его, что ли? А чё тогда не пришел роман послушать? Да читает фуфлыжно. Скука одна. Тут ты прав. Лады, Матвей. Пусть будет по-твоему. Коваль, ты чё? Иван Ивановича не трогать. Спасибо вам. Не за что. Да. Я ж тут, Мигунов, ничего не поняла. Ты с людей постоянно показания снимаешь, своего нормально дать не можешь. Ты хочешь перейти в другой отдел? Я правильно поняла? Совершенно верно, Раиса Васильевна. А в чем дело? Что случилось? Порохов, что ли, обидел? У нас весь Мур знает, что Порохов мужик резкий. Зато и любим. Раиса Васильевна, я Анатолия Глебовича очень уважаю. Ну? Ну что? Мужа он вашего кроет. С первого дня, как тот на работу пришел. А тебе что за печаль? Он же моего мужа кроет. Не твоего. Раиса Васильевна, только между нами. Я... Он не только вашего мужа кроет, но и кого повыше. Я Анатолию Глебовичу зла не желаю, но и рядом находиться не хочу. Сами знаете, какие времена на дворе. Ну что ж. Пожалуйста. Спасибо вам. Угу. Да. Собирайте вещи и пройдемте с нами. Товарищ Михалев, не заставляйте меня повторять дважды.
беда пришла, папу забрали. Слабянке звонок был по анонимке, дескать, троцкист, он ведет активную подпольную деятельность. Я прошу тебя, едем на Лубянку. Ты нынешние тенденции знаешь. Сидеть надо тихо и ждать, пока по нашу душу не пришли. Господи. Господи, это ж правда. Если вот так вот за ним пришли, то ведь и за нами могут, Лев. Хоть бы просто, как за родственниками. Че думаешь, могут прийти? Но если за ним пришли, то и за нами могут. Лев, а как же маленький наш, а? Это что творится? Он же не так, родился Рай, еще. Он в чем виноват, Лев? Давай, ехала бы ты домой, а я подумаю, что тут поделать-то можно. Ты сиди и не дергайся, слышишь? Рай. Тебе голову отхватят и не поморщатся. Все. Едь домой. Тебе с маленьким отдохнуть надо. Ты же один у меня остался. Конечно, я не прав, что подпись не поставил. Конечно, смолодушничал, но... Как сказать? Товарищ следователь, я же даже не... Не думал, что вы на такую махину, как комкор Михалев, руку поднимете. Сами поймите, я человек маленький, и если бы до него дошло, меня бы как букашку... Ну, этого зря, конечно, Лев Ефремович. Нет, хорошо, что пришли, не растерялись. Понимаю, что зря, но... Вы меня поймите, товарищ следователь, у меня жена на сносях. А что тут... касается жены, кстати, что можете сказать? Не замечал. Если бы заметил, уж поверьте. Понял вас, Лев Ефремович. Ну что ж, на нет и суда нет. Спасибо, что пожаловали. На таких, как вы, и держимся. И мы... И власть наша советская. Не задерживаю. Не для протокола, Лев Ефремович. Я все понимаю, конечно. Любовь. Ребенок будущий. Все-таки подумайте, надо оно вам или... Не надо. Подумаю, товарищ следователь. И, кстати, если вдруг надумаете, к нам рассмотрим. Время такое, люди нужны. Мне к вам? Ну, а сколько можно за карманниками-то бегать? Пора вам, как коммунисту, ставить перед собой серьезные задачи. Вы ведь у нас из Воронежа, Лев Ефремович. Не из самого. Ну, не суть. Нам проверенные люди на местах не помешают. Ну, а потом, может быть, обратно в Москву. Я подумаю, товарищ следователь. Центральное управление НКВД.
Хочу заявить, что в личной беседе комкор Василий Семенович Михалев сообщил мне, что является тайным агентом врага советского народа Льва Троцкого. По признанию Михалева, он выполняет секретное задание, целью которого является покушение на нашего великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Наук, я бы именно ее, без сомнения, поставил бы на первое место. Уродней? Нет, все нормально. Ведь все, что нас окружает, и планета там, и солнце, вон звук лесопилки, все можно описать с помощью физических формул. То, что происходит внутри нас, это тоже физика. Вот, скажем, пришла вам в голову мысль. Это значит, идет физический процесс. Передохнем чуток. Врач. Да? Ага. Если вам интересно, то извольте. Учиться вам надо, Миша. Вы еще молодой. У вас вся жизнь впереди. Тут в лагере. Знаете ли, библиотека есть. Какая-никакая. Но все-таки есть. Да и среди наших. Я имею в виду 58-ю. Вроде интересные книги. Если хотите, я могу посоветовать. Вы ведь грамотный? Да есть, малеха. Ну, а тогда я к вашим услугам. Яша, вор вора грызть не будет. Какой он вор? Он на работу каждый день ходит. Ни одного дня не пропустил. Ну, не без греха человек. Против нас пошел. За Ивана Ивановича.
Против тебя, Яша, против тебя, не нас. Да и знает он его, бывает такое. Коваль, суку издалека видать. Он не сегодня-завтра к уму пойдет. А вот когда пойдет, тогда и поговорим. А пока пускай ходит. Как мне жаль, что с Рай так получилось. Господи, что за времена-то такие, а? Левочка. Да уж. Девица была хваткая, с нутром. А так обернулась. Хорошо, что тебя в Воронеж перевели. Будешь у нас под боком. Какое счастье. А ведь и тебя могло зацепить. Ладно. Рад был видеть. Угу. Пора мне. Как пора? Посидел бы еще. Левочка, ты хоть приезжай, не забывай нас. Хоть отдыхать приезжай. Да куда я вас забуду? Мы тебя ждать будем. Thank you.